Всем привет, вы на канале Zord Game, и мы начинаем. Всем привет, сегодня посмотрим видео на канале СТ Каренина. Каренина, давайте посмотрим. Понял, вот это Анна Каренина, я вспомнил, да. Она же, по-моему, известная певица была. Она сушила голову феном, от одиночества лезла на стену. Она была чересчур откровенна, а ее юбка чуть выше колена. Она любила, но это все в прошлом. Ей так хотелось быть чуточку пошлой, где под фанеру чувства любовь понарошку. Ее однушка с видом на трешку. Она нарочно ходила по краю, там, где не каждая дорожка была беговая. Пересекая двойные сплошные беспечные, искала встречи с ним где-то на встречной. Ее картина безупречная, вечностью вместе. Его чистосердечная, другой в другом подъезде, на другой клетке лестничной, этажами между. Вера и любовь потеряли надежду. Не надо под поезд, Каренина она. Наполните ванну, Каренина она. Под поезд не надо, все смоет водой. Сок винограда, не надо под... А при чем тут карты? Что-то здесь с фокусами связано, что ли? Или что, карты при чем здесь, интересно? Под поезд, Каренина она. Налейте вина и наполните ванну. Под поезд не надо, все смоет вода. И... Вот так туда, внимание к фокуснику, прям вообще такое. Сразу хочется посмотреть, как будто, да? Сок винограда. Ее герой на героине другого романа, и они занимаются явно самообманом. Ее тушь водостойкая, а на щеках румяна. Так легче отражение видеть в глазах стеклянных. Где океаны разбились о скалы, какой-то группы грустная песня играла. Она искала его на страницах рассказов других авторов про принцессы и принца, где по крупицам рассыпано счастье. Время остановилось у нее на запястье. Она не Маргарита, он далеко не мастер. Душа открыта нараспашку, а сердце настежь. Нирвана порвана, стоп-кран сорван. Ее земля остановилась у края платформы. И я хотел бы с ней в тот миг оказаться рядом. Сказать, все будет хорошо, под поезд не надо. Поезд не надо, не надо под поезд, Каренина она. Налейте вина и наполните ванну, Каренина она. Под поезд не надо. Ну, так-то много известных людей, видимо, в клипе-то. Все смоет вода и сок винограда. Не надо под поезд, Каренина. Ну я тут многих знаю, узнаю точнее. Налейте вина и наполните ванну, Каренина она. Под поезд не надо, все смоет вода и сок винограда. Да. Ну, в принципе, клип так-то классный, если оценивать именно клип. Да. Я один не понял, причем здесь картежник. Я даже что-то не понял, если честно.
Так, просто не раскрыл до конца персонажа. Это скрытая реклама Азина Три Топора. Я не помню, зачем это выпустили, да. Да, ну в принципе клип неплохой, если честно. Разочек послушать можно, я думаю. А что думаете вы? Напишите ниже в комментариях под видео, что вы думаете, понравился вам клип или нет. Ну ладно, всем спасибо за просмотр. Всем пока. А что думаете вы? Не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Скоро будет новое видео.